После завершения первого в республике военного парада Победы торжественная часть была перенесена в Донецкий музыкально-драматический театр, где глава республики поздравил собравшихся ветеранов с победой, одержанной ими 70 лет назад. На сцену были вынесены знамена Красной Армии и государственный флаг Донецкой Народной Республики, после чего глава обратился к ветеранам. Дорогие ветераны, от лица всех присутствующих, всех жителей Донецкой Народной Республики, всех жителей Донбасса и от себя лично хочу поздравить вас с великим праздником, 70-летием Победы. Вы знаете, это ваш праздник, это ваша победа. Хочу сказать слова огромной благодарности вам, людям, которые в 1941 году, 22 июня, 4 часа утра, приняли на себя самый страшный удар, который был в истории человечества. Вам, которые защищали Брестскую крепость, дрались в окружениях под Минском, Могилевом, Смоленском, которые вынесли Ленинградскую блокаду, которые отстояли столицу нашей Родины, Москву, которые в сталинградских боях сломали хребет немецко-фашистскому вермахту, продолжили бить его на Курской дуге и добили этого змея в своем логове в Берлине. Хочу сказать огромное спасибо тому, кто на стенах Рейхстага написал: «Развалинами Рейхстага удовлетворен». Вы это сделали. Мы берем с вас пример. Низкий поклон вам за ваш героизм и за ваши ратные подвиги. Родненькие мои ветераны, обратите, пожалуйста, внимание. Мы, ваши потомки, с честью и с гордостью пронесли ваше знамя, отстояли свою родную землю в боях под Савур-Могилой. Освобождение города Снежного, Шахтерска, в Иловайском котле. Мы били потомков тех нацистов, которые когда-то, с которыми когда-то сражались вы. Мы били их на юге, под Мариуполем. Провели блестящую операцию под Дебальцево. Уверен, вы нами гордитесь. Мы с честью подняли ваше знамя, и с честью мы его несем. Всему, чему умеем, мы обязаны только вам. Вы знаете, неважно, насколько ты обучен и какое количество оружия у тебя имеется. Главное, что в наших жилах течет ваша кровь. Кровь героев, которые своей жизнью заплатили за наше будущее. За это вам огромное человеческое спасибо. После была объявлена минута молчания по тем, кто сложил свои головы в борьбе за светлое будущее и свободу. По завершении официальной части всех присутствующих ожидала праздничная программа выступлений артистов, которая порадовала всех без исключения. Также в рамках мероприятия журналистам удалось задать главе несколько вопросов касательно сегодняшнего мероприятия, на что Александр Захарченко ответил следующим образом. Это очень большая, великая для нас дата. Сегодня произошло знаменательное событие для людей Донецкой Народной Республики. Сегодня в первый раз в жизни в Донецке прошел военный парад в честь Великой Победы. Ну, я гордился ребятами, которые шли в парадных расчетах, гордился земляками своими. Для меня это, ну, до сих пор чувство, ну, я словами это произнести не могу. И знаете, я просто понимаю, что как бы не хотели западные наши там партнеры переделать наш народ под свое лекало, под свой образ и подобие, не получится. Мы достойные потомки тех людей, которые сломали хребет немецко-фашистским захватчикам. Вы знаете, Бог любит Троицу. Ну, кто понял, тот поймет. Как известно, ветераны Великой Отечественной войны есть и в Украине. И для них глава также произнес слова благодарности. Низкий им поклон и большое человеческое спасибо за то, что они нам дали возможность жить. А всем жителям Украины хочу сказать следующее. Народ долго не просуществует, если народ забывает свою историю. И если вы
позволяете себе в голову вдалбливать то, что истории такой не было, вы на самом деле не нация, вы сборище. Призываю всех остальных украинцев вспомнить, чем для них является эта победа и кому они обязаны своей свободой и жизнью. Надеюсь, они это услышат и совесть в них заговорит. Анна Триксель, Дмитрий Русский, Новороссия ТВ.